Всем привет, меня зовут Стас, и это компания SoftClub. Итак, сегодня я решил сделать обзор игрушки, достаточно интересной, Storm Riders, которая, как говорится, вышла, я не помню когда, ну, достаточно давно, значит, по-моему, с презентации нового iPhone, или, по-моему, 4S, или 5, точно не помню. Значит, суть данной игрушки очень и очень простая, вы, по сути, являетесь пилотом, который должен убивать противников, как это будут, например, корабли, или это будут, например, самолеты, не имеет абсолютно никакого значения. Значит, вы должны стрелять, убивать, вот, и многое-многое другое. Значит, естественно, ваш доступен самолет, вот, изначально, которым вы стреляете, убиваете всех ваших противников. Вы можете стрелять и, как говорится, либо ракетами, либо пулеметами, в зависимости от того, что будет у вас доступно в арсенале. Естественно, все пули заканчиваются, естественно, патроны заканчиваются точно так же, вот, поэтому здесь уже по вашему усмотрению. Бывают миссии, когда вам нужно убивать ваши задания, то есть здания, допустим, убивать там все что угодно абсолютно, да. На самом деле возможности в этой игре огромное количество. Графика здесь очень и очень интересная, лично мне она понравилась. А если честно, меня данная игрушка, как только она вышла, несколько затянула, вот, поэтому я в нее играл достаточно долго, вот. Но в любом случае, я думаю, что вам данная игрушка понравится, попробовать стоит. Конечно же, она не дешевая. Вот, просто так, как говорится, тратить там порядка, по-моему, $5 на момент снятия данного видео, я уже точно не помню, ссылка будет доступна в описании. В любом случае, вы, конечно же, сможете просмотреть, но, опять же таки, да, покупать просто так, не зная, на что вы тратите деньги, вот, крайне сложно. Но, как говорится, я очень рекомендую данную игрушку. Их было две в тот момент, когда была презентация, поэтому какая-то из них, я уверяю, что должна вам понравиться. Вот, поэтому, ну и, конечно же, можно катапультироваться, да, и в воду. Бабах! Вот так вот это красиво все получается. Поэтому спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. И, конечно же, не забываем подписываться на наши подкасты, а также на наш Twitter, для того, чтобы своевременно получать уведомления о тех видео, которые выходят на нашем канале. Всего вам доброго и до скорых встреч!